Мать Меган Маркл решила переехать в Великобританию. СМИ. Ожидается, что Дориэра Блант переедет в Великобританию в следующем месяце, накануне своего 62-го дня рождения. Мать герцогини Сассекской Меган Маркл, Дориэра Блант, намерена переехать жить в Великобританию, сообщает Daily Mail. Регланд хочет переехать жить в Британию для того, чтобы жить ближе к своей дочери. Мать Меган Маркл может прибыть из США в Британию в следующем месяце, накануне своего 62-го дня рождения. Принц Гарри и Меган Маркл ждут близнецов, СМИ. Ранее сообщалось, что друг принца Чарльза резко высказался о родных Меган Маркл. Он отметил, что они слишком простые для монаршей семьи. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.